Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я привнесу в вашу жизнь немножко безумия. Сегодня мы поиграем в Far Cry 3. Давайте начнем новую игру. Ладно, в эту. Выживший. Пожалуй, на среднем уровне сложности. И посмотрим, что ждет нас впереди. За моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не бился в муку с 20 лет. Нахрен отрубился. Держи дверь. Йоу, Джейсон, сюда, сюда. Ребятушки отдыхают. Да. Славно. Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгайте с самолетов. Летайте, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клёвая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы, детишки, с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза! Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу... Тут внизу... Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Мы, ребята, не того взяли. Крайне не того. Сука! Ранена? Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Давай. Эй! Сюда! Ты чё? Заснулись быстро! Опа! Иди сюда! Чёрт! Охренеть! Он мёртв! Вот чему учат в армии. Вот чему учат в спецвойсках, а не в армии. За мной. Блять.
Джей, ты как? Да, я в норме. Еще ниже. Пошли. Безумие. Чушь. Верно. Чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Он торчок. А родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Как это, блядь, получилось? Да, я в норме. Окей. Еще ниже. Верно. Пошли. Чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Безумие. А родители у него богатые. Мы получим. Кто меня спалил? Свинья? Присел. Черт, псы, ждем, стоп. Тихо, уже. Чего там так понюхивает? Тихо. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь. Бля, до хера их в лагере. Вступать в открытый бой — это проблематично будет. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На связи. Эй, кто это? Цитра. Идем дальше. Его с пути. Брось камень туда. Ладно. Цыц. Есть. Идем. Хорошо. Я иду. А, черт, чувак. Кто это? Марка? Черт, Грант, какого хуя? Острова хуя, тебя в глотке. Боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Так, продолжим. Я смеялся. Мы плакали, еще плакали. Кстати... Так, чтобы вы знали, на ваших глазах рождается безумие. Их много. Чёрт. Это псих. Хоп, и всё, уже поехали. Вчера мы получили звонок. Никто не хочет платить за вас. Мы пустые сидим в номере, ждём. Слышим голоса, думаем, конечно. А тут она заходит ещё с парой подруг. Всю ночь развлекает. Так, тихо. Конопли. Очень хорошая укрытие. Черт, кошмар. Когда предохранитель снят, нам нужно обойти его. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты... Да это хуйня какая-то, ребят. Меня уже пару раз спалили. Что это за говно? Блять. Уровень сложности. Это какая-то хуйня. Стой, что? Нездоровая.
Я прохожу обучение, и тут уже так палят. Брось камень туда. Пиздец. Цыц. Ладно. Есть. Идем. Хорошо. Я иду. Чувак. Кто это? Маркос? Черт! Грант! Какого хуя? Охренеть! О боже, я не смогу, Грант! Тише, тише, Джейсон. Слушай, мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Вчера ладно, я... извини. Ну давай уже пробел, ебать. Слышим голоса, думаем, конечно. А тут она заходит еще с парой подруг. Всю ночь развлекали. Прячься в кусты. Самое лучшее. Хорошо. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень серьезный человек. И что за? Все. Пошли. Ладно. Тут, короче, рабами торгуют по полной программе. Я не опасен. Нет, прошу. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Боже, боже! Ебать. Эх, бабы-бабы, не дают насладиться безумием. Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Ш. Беги, Форест! Ёб твою мать, бежим нахуй, он же больной, пиздец. Ебать вы там конченые, вообще в край! Подъем нахуй! Так сваливаем, чё? Блять, ведмедь! А!
Больно, блядь! Иди ты нахуй, блядь, конченый! Я должен найти Райли остальных. Пусть они будут живы. Yes! Ой, блядь! Ты ёбаный пидорас! Я нашёл его! Молодец, красавчик! Инстинкт убийцы есть во всех. Бежим! Ёб твою мать! Меня нашли! Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Montreal. Far Cry 3. Игрушка про наркоманию. Безумие. Кровь. Забавно. Говорят, через воина. Путь ведет в сердце. Жумри. Следуй по пути. И найдешь ответ. Окей. У меня согласие не искать ответы. Где я? Что за черт? Тихо. Спокойно. Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Я Деннис. Джейсон. Бангау. Лаба-лаба. Цапли, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ну, вошли. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Прошу, в деревню Манаки. Красиво тут, а? Да нормально. Саламат, Тенгахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Твой побег — знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Дракиад, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие.
Ты же хочешь спасти брата, да? Я ну да. Ни в кого не стрелял. Ничего. Я тебя научу. Как там говорят в Америке. Все когда-то бывает в первый раз. Ну что, пошли? $60, 911, норм. Включай радиовышки. Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей, от острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Добро пожаловать в Assassin's Creed. Ну так. Так, что тут? Тут полно всяких ящичков, насколько я помню. Их лучше лутать, смотреть, что, где, как. По той причине, что тут деньги не последнее дело. То есть за них по-любому нужно покупать новые стволы, патроны. Все пригодится. В нашем нелегком пути. Наверное, это радиовышка. Наверное. Так. Карта, как видите, пока закрыта. Ну, в принципе, графоний радует. Тем более то, что на старой видеокарте у меня этот графоний вообще не показывался. О! Будь попроще, ты. Говно. Так. $200. И гранатка. И патроны. Хорошо. И вот игра начинает преображаться, потому что выходит солнце. Этот open world, это просто какая-то находка. То есть реально Skyrim с пушками. Почему? Ты что, боишься еще высоты, Джейс? Да ты вообще никакой. Так, ну это пока что. Это все дело исправимое. Славно прокатился? Нормально. Удачно. Отлично. Покажи карту. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Угу. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли.
Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Ну, херня хернёй, знаете, но в его словах есть, в принципе, доля правды. Потому что человек, когда он был един с природой, он был доминантным видом. Ну и, в принципе, он и сейчас таким остается. Но когда человек стал создавать общество, он начал проигрывать. Появилось неравенство, появилась зависть, убийство себе подобных. Оно было и раньше. Стоп-э! Ты чё, бык, блядь? Блядь! А, я не могу пока его разделать. Бля, хуёво. Ну ладно. Так, а чё тут? А чё тут? Тут у нас тоже какие-то сюрпризы должны быть. Чё, ничего нет? Печаль. О, ящик. 24 бакса. Еще двадцаточка. Мне нужны деньги. Мне нужен нормальный ствол. Где-то тут. Угу. Не наблюдаю, что-то я тут сокровищей. И тут не наблюдаю. Ну да ладно. Где моя мотайка? Поедем дальше. Восемь патронов. Это не так много. Ну, езда в машине тут сделана довольно неплохо. Так, стокс. Найти растения и животных. Но каких? Ну вон кабанчики бегают. Тихо. Сейчас. Нихуя, он теперь уже не уйдет от меня. Перепрыгивает этот сраный забор. Джейсон. Господи, как я обожаю этот пистолет. Дайте мне нормальный ствол. Ой, да ладно. Ты еще ныть будешь. Мы тут занимаемся выживанием. А ты еще ноешь. Кабанчики вроде поубегали. Ну да ладно, мне нужно найти всего лишь одного.
Так, а куда они могли скрыться? Вот, вижу. Нет, показалось. Может и не показалось. Надо проверить. Бля, ты чё, конченый. Ааа, блядь. Я патронов нету. Патроны. Блядь, нахуй. Патроны. У меня мили-атака хотя бы, хоть какая-то есть. Господи, они конченые. Такс. Чё тут? Тут клады есть. Давайте вернёмся по дороге. Может, я всё-таки патроны найду? Я не вижу тут, к сожалению, ничего. И тут тоже. Что, прискорбно. И вот там еще что-то есть. Какой-то тоже клад. Давайте туда сгоняем. Мне бы хотя бы 4 патрона, мне этого достаточно будет. Я тогда уже просто всирать их не буду. Ёбушки-воробушки, что за херня? Хорошо, перемотались вроде как. Ладно, короче, я знаю, как я буду с кабанами справляться. Разворачивайся. Так, кабаны, блядь, я иду. Что за хуйня? Это я на вас охочусь, а не вы на меня. Что за дерьмо? Сюда подошел, мать твою. Сейчас мы выйдем, посмотрим, где тут кабаны. Чё-то я их не наблюдаю. Хм. У меня же есть мили-атака, чё это я туплю? Вообще не в себя. А? Кабаны, блядь. Я завтыкал. Я просто привык к колдовскому... колдовской раскладке, там где удар ножом это Е. Где вы, мать вашу? Вы же меня тут пытались убить. О! Ты, блядь, следующий! Охуеть! Вообще в край. Гадость. Угу. Сказал он, положив тушу в себе в карман. Гадость прям вообще. Очень-очень. Чё? Невозможно. Ладно, поплыли. Невозможно. Окей, а чё там такое? А, ну да, я ж лишнюю шкурку взял. Так, 12...
Давайте вот это вот выбросим. Сумки просто у меня еще маленькие. Блять, куда ты уплываешь? Ебать. А-а-а. А тут забавно. Даже очень. Задание провалено, охотник. Что? Игра почему-то в этот момент начала вызывать у меня очень большое отвращение. Даже не знаю почему, но задание просто было отменено. Все, и норм. Давай туда. Телепортейшн. Ага. Так, мне бы, пожалуйста, боеприпасы. Патроны для сраного пистолета. Вот. Хотя в жопу мне-то пистолет. Штурмовые винтовки мне, пожалуйста. А, нету? А, не, есть, вот. Вот эту мне, пожалуйста. И сюда калимат. Калимат. Цену. Экипировать. Вот сюда. Вместо сраного пистолета. А есть там патроны, к нему нужно докупать? Сейчас посмотрим. Патроны для автоматов. Да, все есть. Ладно, пошли. Так, короче, я продаю. Продаю я вам кубинскую сигару, бусы. Бронзовый наконечник, амулет, табличка, амулет. Это как-то так, да? Я понял. СГ-90. Да, нормально, это штурмовая винтовка, хорошая. Тут, короче, большой справочник по поводу оружия, по поводу острова, по поводу лора, так сказать. Чё, здорово? Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Ну чё, создание предметов. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да, и еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Мне нужны топиры. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Хорошо, это мы изучили. Но тут для того, чтобы изучить, в принципе, тут нужно не только очко навыков, а еще, то есть, какое-то определенное выполнение условий. Насколько я помню. Так, заточу быстрый бег. Это удобно, на самом деле. Так, гранаты удерживают ростик, это говно. Я, пожалуй, вот это вот возьму. Хорошо, Джейсон. Татау. Татау. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза,
О, черт! Нужно ее освободить. Ага. Иди, следом. Иду, следом. Тачанка. А ну-ка. Тачанка. Самодельная боевая машина. Норм. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Значит, да, будем драться. И не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Хорошо. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Да, я согласен. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. Это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Привет. Ты можешь напасть быстро, снять их на расстоянии или подкрасться. Выбирай сам. Идет. Лиза, я иду. Тихо, мать твою! Ты еще повыебуйся мне там. Чей это труп, а? Чей это труп? Я тебя найду и убью. Может быть? А может и нет? Только ты не это. Не горячись. Соберись. Это простое наблюдение. Наверное, глюки. Наверное. Лиза, я здесь! Бакстеры, блядь! Вашу мать! Нет. У меня пушка лучше. У меня пушка с обвесами. Сначала деньги, потом все остальное.
Так, ну и чё, и где там Лиза? Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Ее здесь нет. Ну, бриллиант. Пост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Понял. Она сбежала. Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. А? Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. А, не бойся. Там безопасно. Окей. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Хорошо. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ха, ты понравился племени. Угу, спасибо. Так, ну чё? Тут, конечно, еще один аванпост есть. Дом. Так, ну мне бы по-хорошему на тапиров сходить. Потому что мне нужна все-таки сумка. Вот так это делается, да? Это кто? Нет, жопа. Кто это такой? Это тапиры? Потому что я ебу, как они выглядят. Или вот это тапир. Ладно. Проще говоря, дорогие друзья, продолжим уже в следующей серии. В эту игрушку можно побегать, она лучше выглядит, чем Сталкер, и сюжет ее более активно развивается. Поэтому можно поиграть. Far Cry 3. Ожидайте, в принципе, следующих серий. Ну а на этом все. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.